Проблемы паводков, оснащение сил ЧС дополнительными пунктами пожарных депо обсудили депутаты областного маслихата. Все эти вопросы поднимались в ходе посещения депутатами объектов департамента ЧС области. Группа народных избранников во главе с секретарем областного маслихата Амангельды Нугмановым, председателями постоянных комиссий областного маслихата Сулупан Шинтасова и Асель Шункеева, членами общественного совета области, ознакомились с работой пожарной части номер 24 в селе Курашасай, техникой и оснащением спасателей и пожарных. Побывав в сквере спасателей на одной из аллей, депутаты посадили молодые саженцы. Затем в конференц-зале начальник департамента ЧС Маркулан Аманбаев доложил о состоянии дел в департаменте, поделился планами. Так, по его словам, за 2021 год и первый квартал текущего года ДЧС Актюбинской области провело 4527 аварийно-спасательных работ, в результате которых спасено 1018 человек, эвакуировано 1684 человека, в больнице доставлено до 260 пострадавших. В этом году идет укрепление сил ЧС. Дополнительно будет набрано еще более 500 сотрудников в качестве спасателей и пожарных, сообщил он. Также в 2021 году за счет средств местного бюджета закуплено 58 единиц техники и оборудования. Автомобиль повышенной проходимости, специализированный автокран грузоподъемностью до 25 тонн, автомобиль повышенной грузоподъемности с автономной пассажирской кабиной, надувные лодки, машины скорой помощи, пожарные автомобили, респираторы на сжатом воздухе для защиты органов дыхания и зрения, комплект средств индивидуальной спасательной службы, 23 единицы базовой и специальной техники. Кроме этого, в целях усиления пожарной безопасности в Хабдинском и Мугалжарском районах вместо аварийных пожарных депо были построены пожарные части на 4,2 выезда. На капитальный ремонт гаража и административного здания ДЧС Актюбинской области выделено 323 миллиона тенге. В настоящее время осуществляется госзакуп по капитальному ремонту и техническому надзору. В ходе обсуждения проблем, стоящих перед городом и областью в сфере ЧС, депутаты отметили необходимость проведения предупредительных работ в паводкоопасных районах Актюбе. Особое внимание депутаты заострили на теме предотвращения степных пожаров в летнее время. Большой интерес во время посещения пожарной части вызвала обновленная техника спасателей. Пресс-служба маслихата Актюбинской области.